Физкульт-привет, друзья и ученики! Несмотря на то, что многие считают, что мой канал для натурального тренинга, также моими советами пользуются люди, те, кто использует фармакологию. И сегодня мы с вами в очередной раз поговорим о фармакологии, о том, вредна она или не так страшен черт, как его малюют. Спонсор сегодняшнего выпуска как раз-таки компания «Мои друзья», выпускающие и продающие фармакологию, в том числе и гормон роста. Компания находится в Беларуси, вы можете смело заказывать любые препараты. Мое слово – гарантия качества и гарантия того, что вы получите то, что закажете. А вы знаете, что на рынке современной фармакологии очень-очень много фейков, подделок, пустышек. Но не каждый препарат содержит в себе даже то, что заявлено. А если и заявлено, многие препараты, к сожалению, содержат гораздо меньшее количество вещества. Вот почему, когда современные люди спрашивают Дориана Ятса или кого-то другого спортсмена из той эпохи, какое количество того или иного препарата ставил спортсмен, и удивляются, почему такие минимальные дозировки, как им кажется, по сравнению с современными дозировками. Все очень просто. В современном мире дозировка препарата в большинстве случаев, в 99%, не соответствует заявленной на ампуле. Да, если пишут полграмма, то там от силы 250-300. Поэтому вы понимаете, что люди, не получая того эффекта, который хотят, увеличивают дозировки. Но опять-таки, сразу хочу сказать, те, кто смотрит мой канал и является натуралом, могут не смотреть данный выпуск, чтобы не расстраиваться, чтобы не понижался уровень их собственного тестостерона. Я не за то, чтобы принимали анаболические стероиды или андрогенные. Но я и не против самих препаратов. Вернемся к фармакологии. Для чего нужны эти два года, помимо того, чтобы наработать определенный силовой фундамент? Когда вы, отзанимавшись по базовым принципам, два года, пройдя четыре ступени, вы увидите, какой результат вы достигли, с какого результата вы начинали приседать, становую тягу тянуть, и чего достигли через два года. Поверьте, друзья, вы четко поймете, это ваш спорт или нет. И опять-таки нужно определяться, хотите вы быть выступающим спортсменом или просто заниматься для здоровья. Если вы хотите быть выступающим спортсменом, то по этим результатам, которых вы достигли за два года начального тренинга, вы поймете, растет у вас сила или нет. Большинство ребят, которые пришли в силовой экстрим, в пауэрлифтинг, в тяжелую атлетику, за эти два года достигают такого огромного количества качество в развитии силовых показателей, что многие из нас с вами не достигнут даже на фармакологии. Поэтому ставятся мировые рекорды. Поэтому люди жмут за 300, под 400, за 400. Поэтому люди приседают под полтонны. Поэтому человек поднял недавно полтонны. Неважно, что это было сделано в лямках. Никто в мире из нас сейчас полтонны даже в лямках не потянет. Просто не готов он. Конечно, можно говорить и нужно говорить, что это влияние фармакологии, сделал он это только благодаря фармакологии. Но он пашет как черт. Люди, которые чего-то достигают на фармакологии, пашут сильнее натуралов. По той простой причине, что им нужно это делать. Иначе та же фармакология не будет так работать. Но именно и фармакология позволяет это сделать. Потому что увеличиваются наши ресурсы, увеличиваются системы восстановления, мы быстрее восстанавливаемся. Те, кто на фармакологии, быстрее высыпаются, им требуется меньше сна. По крайней мере, они не могут проспать все равно многие, даже 8 часов подряд, но спят в течение дня. Вот, если вы увидели в себе мощный рост силы, тогда стоит задуматься о том, чтобы начать принимать фармакологию и перейти в разряд спортсменов, выступающих спортсменов. Но если вам этого не нужно, то о фармакологии вам не стоит задумываться даже до
наступления, к примеру, зрелого конкретного возраста, когда вам будет уже под 40, по крайней мере за 35 точно. Большинство кричит о здоровом образе жизни. Друзья, здоровый образ жизни что такое? Это поддержание всех наших систем организма в действующем боевом состоянии, можно так сказать, да? Чтобы организм справлялся с вирусами, справлялся со всеми стрессами. Так вот, я это говорил уже не раз и повторюсь, что со времен Второй мировой войны уровень тестостерона, основного мужского гормона, в организме мужчин по всему миру упал в 2 раза. Понимаете? И медики ничего не смогли с этим сделать, кроме как понизить нормы тестостерона. Но вы поймите, что эти нормы, которые сейчас являются нормами, они занижены, они не являются истиной. Поэтому большинство мужчин, особенно в России, помирают к 50 годам. До пенсии не доживают. Конечно, это выгодно государству. Государству выгодно копить, растить поколение безмозглых рабов, которые просто с утра до вечера пашут на них и не доживают даже до пенсионного возраста. Ведь пенсии, которые накопились за это время, не нужно выплачивать. Они же не выплачиваются родственникам, детям, никому. Государство на этом наваривается. И кто бы что ни говорил, государству выгодно, чтобы мужчины, молодые мужчины, умирали, не дожив до пенсионного возраста. Именно поэтому никто ничего не делает с тем, что уровень мужского гормона занижен. Хотя здесь, в Америке, я уже не раз вам рассказывал это, если у вас уровень тестостерона низкий, вам бесплатно выпишут, даже шприцы бесплатно дадут. Курс на 3 месяца вы будете еженедельно, 2 или 3 раза в неделю, уж точно не помню, делать это. И это я видел на личном примере. Мой сосед плохо себя чувствовал, ему не было еще 30 лет, я уже рассказывал вам эту историю. Я ему посоветовал обратиться к врачу, у него страховка, он сходил, врач сдал, взял у него анализы, показало очень низкое содержание тестостерона, а человек действительно там перенес серьезные стрессы, потому что попал в аварию, 1,5 года не работал, выписали ему тестостерон. 3 месяца он ставил, похудел, прибавил немножечко в мышечной массе, причем даже не тренировался. Жена довольна, он доволен, тонус поднялся, жизненный уровень поднялся. А чем старше мы становимся, уровень тестостерона падает. Кто бы что ни говорил. Я знаю, многие блогеры говорят, что это чушь. Но только те блогеры, которые говорят, что и БЦА не работают. Но как раз таки чушью является обратное. БЦА работают, это доказано современной медициной, которая прекрасно использует их в борьбе с анорексией. И после применения как раз таки в лечении анорексии БЦАшек, количество смертей резко снизилось. Так вот, к теме ЗОЖа. ЗОЖ, я уже сказал, что такое, да, сохранение здорового образа жизни, через здоровый образ жизни сохранение здоровья организма. Но уровень тестостерона, низкий уровень тестостерона или даже средний уровень тестостерона в современных нормах не является залогом здоровья современного зрелого мужчины. Именно поэтому Европа давно, и Америка тоже, используют тестостерон, используют гормонозаменительную терапию. Другое дело, что делать это нужно очень грамотно. Если вы подросток, повторюсь, вкалывать в себя любые анаболические андрогенные гормоны просто бессмысленно и глупо. Вы не то что помогаете себе, вы наоборот загубляете свое здоровье и, кстати, свою спортивную карьеру тоже. Чем большего вы достигнете без применения фармы, тем большего вы достигнете, когда начнете ее принимать. Ведь большинство посещающих тренажерные залы применяют фармакологию или когда-то пробовало. Но по глупости своей, просто не получив никакого эффекта, обвиняют во всем фармакологию и генетику. Отличный пример такой есть. Есть один блогер, который в открытую говорит, что он 3 года почти принимал фармакологию, но при этом даже на этой фармакологии за 3 года не достиг никаких результатов. Кроме лысины и акне не получил ничего. Кто не знает, акне — это такие прыщи страшные, которые после себя оставляют большие рубцы в виде пятен, остаются на теле. Прыщи. Ничего не получил.
Но при этом сейчас, отказавшись от фармакологии, учит людей, как тренироваться. Блин, ну как можно назвать этого дебила, который сам ничего не достиг, учит других? И как можно назвать дебилов, которые слушают его и пытаются повторять, пытаются даже покупать у него персональный тренинг? Я просто в шоке от того, что происходит в мире. Я просто в шоке от того, что все кричат о вреде стероидов, не понимая вообще ничего, что такое стероид, для чего он был придуман, кем, когда. Не задумываясь о том, что до того, как спорт стал политикой, серьезной политикой, все спортсмены в открытую принимали фармакологию. В СССР были институты, которые занимались спортсменами. Спортсмену прописывался тот же всеми известный, любимый метанандросténолом. Хотя я против таблеток, и если вы когда-нибудь начнете принимать фармакологию, не начинайте это делать с таблеток. Почему? Очень много информации вы сможете найти в интернете. Скажу только то, что таблетка обязательно проходит через печень. Печень — это такой наш особый фильтр, который не пускает в себя всякую дрянь. Лишние гормоны, вот эти, которые вы получите через метанандросténолон, через любую другую таблетку, печенью, организмом будет восприниматься как дрянь и будет стараться максимально ее уничтожить. Поэтому, если вы принимаете 25 миллиграмм и думаете, что получили эту дозу, нет. Максимум, что вы получите, всего 30% от заявленного вещества. А мы с вами уже говорили, что изначально, да, сейчас занижены дозы, хотя на упаковке будет написано одно, в итоге вы получаете другое. Но самое страшное, что идет большая серьезная нагрузка на печень. В основном все таблетки — это быстро выводящиеся из организма вещества. И когда вы приняли такую таблетку, тот же метан, он через 12 часов выводится из организма полностью. Представляете, какая большая нагрузка ложится на выделительную систему? Такого с уколами не происходит, особенно с долгоиграющими гормонами. Поэтому самый безопасный стероид, анаболический гормон, действующее вещество нандролон-деканоат, ритаболил, давно не применяется выступающими спортсменами. Почему? Потому что в течение года, представляете, года он выводится из организма. То есть по истечению года, как вы сделали укол, его можно еще найти. Вот теперь вы понимаете, да, почему спортсмены не любят МОК, потому что не любят всякие ВАДы, потому что именно эти организации являются самыми вредными с точки зрения сохранения здоровья спортсменов. Ведь спортсмены вынуждены принимать как раз таки препараты, которые быстро выводятся из организма. Что происходит? Вы уже знаете, организм начинает испытывать перегрузки, стресс, получает вред от применения той или иной фармакологии. Еще в 2000 году журнал Flex, когда они раньше писали о исследованиях, проводимых там на спортсменах, не только на спортсменах, напечатал очень интересный эксперимент, который проводился в течение 6 недель или 8, точно не помню. Но точно помню, что от 6 до 8 недель. И применяемые препараты были тестостерон, энантат, 600 миллиграмм, и 600 миллиграмм нандролон-деканоат. После 6 недель люди еженедельно принимали 600 миллиграмм тестостерона, 600 миллиграмм нандролона. Все набрали мышечную массу. В жире практически никто не прибавил. После окончания эксперимента какое-то время еще происходили исследования, брались анализы, и никто не получил никаких побочных эффектов. Никто не испытал никаких вредных воздействий на свой организм. И, что самое интересное, через какое-то время определенное организм восстановил свой уровень тестостерона. Вы знаете, что те, кто испытывает низкий уровень тестостерона, лечатся как раз-таки искусственным введением тестостерона. Тестостерон повышается после отказа от применения тестостерона извне, организм немножечко опускается как бы в яму, но потом восстанавливается. Поэтому, когда вам втирают еще о необходимости ПКТ после приема одной пачки метана или еще какого-то либо курса, это просто смешно. Поверьте мне, никакое ПКТ после таких смешных курсов вообще вам не нужно.
Не трогайте свой организм, если вы по дурости в молодом возрасте принимаете стероиды. После отказа организм сам прекрасно восстановится. И уровень тестостерона должен по логике быть выше, чем до того, как вы начали его принимать. Для чего я делаю этот ролик? Только потому, что вы мне задаете постоянно вопросы о моем отношении к анаболическим стероидам. Говорю, друзья, в очередной раз, у меня нет никакого негатива к отношению фармакологии, той или иной, как в принципе и к любым другим медицинским препаратам. Я за то, чтобы информация грамотно доносилась для людей, чтобы молодые люди не ставили фармакологию, когда она им не нужна, чтобы человек, который пытается жить здоровым образом жизни, сохранять здоровье, знал, когда ему нужна фармакология, когда он должен к ней обращаться. Чтобы спортсмены грамотно могли на научном опыте, на научных исследованиях применять ту или иную фармакологию. Но это все утопия. Никогда этого не будет. После того, как спорт стал политикой, не осталось в нем ничего спортивного, кроме политики. И теперь каждого, кого поймают на применении фармакологии, будут хаять. И СМИ поддерживают это, все поддерживают этого, забывая о том, что раньше фармакология была в открытом доступе, медициной поддерживалась и постоянно спортсменам давали ту или иную фармакологию. Дозы были маленькие, но результаты были шокирующие. В основном самые сильные и тяжелые атлеты, вы знаете из каких стран, и все они принимали фармакологию. Но это уже другая история. Кстати, в журналах «Железный мир» есть большие статьи об этом. Вы можете даже в интернете найти. Почитайте, есть хорошие, по-моему, в течение 3 или 4 номеров печатались статьи о том, как применялся тестостерон, допинг в СССР на научном на научной базисе, на научной основе спортсменам давали как витамины, так и тот или иной препарат. Думайте всегда головой. Никогда не спешите бежать впереди паровоза. Если вам нет еще и 35 лет, вы не собираетесь быть выступающим спортсменом, вам вообще фармакология никакая не нужна. Если вы хотите тренироваться для здоровья, так и тренируйтесь. Мы поговорим в следующий раз обязательно о том, как грамотно тренироваться, чтобы получать удовольствие и пользу от тренировок. Самое главное, я раскрою вам 2 основных принципа, которых нужно придерживаться при натуральном тренинге. И поверьте мне, это не те принципы, которые вы слышали недавно от блогеров и которые поддерживаются во всех СМИ. Берегите себя, думайте всегда головой, увидимся в тренажерном зале. Всем пока!